У Гомельской области начали отключать отопление на предприятиях, у громадских и административных будинках. Рекомендации об завершении отопляльного сезона у регионе отправлены у подведомной организации 10 красовика. Решения принимаются на местах при умове, что среднесуточная температура вонкового поветра на протягу 3 дней складает 8 градусов тепла и выше. У шерегу районов, у тым ліку у областном центре, спынена подача тепла промысловым споживцам. Затем тепло перестанет поступать у жилфонд, интернаты, высшие навучальные установы. Покуль же эти объекты рекомендовано перевести у режим протепливания. Дошкольные, школьные, лечебно-профилактичные, медицинские установы, музеи и библиотеки отключат от теплокрыниц у опошнюю чергу.